В минувшее воскресенье страна отметила День народного единства. О том, как это было в столице Чувашии, далее. Тысячи шаров цветов российского триколора взлетели над Красной площадью Чебоксар в День народного единства, пронзая занавес проливного дождя. В память об историческом событии, подарившем нам этот праздник. Сегодня, как и во времена Минина и Пожарского, спасших нашу страну от польской интервенции, мы говорим о великой силе единения. Искренне, от всей души, поздравляю вас с этим замечательным праздником, с Днем народного единства! Желаю мира, согласия, любви и дальнейших побед! Земля русская не раз страдала от иноземных захватчиков. На ее защиту вставали все как один. Сегодня в нашей многонациональной стране проживают более 160 народов. В одной только Чувашии на протяжении многих веков в мире и ладу живут 128 национальностей. Настроение супер, отличное! Погода не помеха, вообще очень весело, здорово! У нас Чувашская республика, многонациональная республика, как говорится. Поэтому все дружно живем, радуемся жизни, танцуем. Все. Всем здоровья желаю, самое главное, счастья. Любите друг друга, улыбайтесь. По традиции мы собираемся здесь каждый год, праздничный день. Хорошая музыка, с друзьями встретиться, пообщаться. Я думаю, такой день – это как бы сплачивается народ. В хороводе национальных культур, объединившем все районы республики, участвовали почти 24 тысячи жителей. По обыкновению в нем соединились люди разных национальностей и разных вероисповеданий. Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.